Особенно весной динамично начинают играть гормоны, намного быстрее скупаются абонементы в тренажерный зал и солярий, а женщины, впрочем, как и мужчины, часто бывают замечены в магазинах нижнего белья и купальных аксессуаров. Расскажу-ка я вам в этом выпуске об одной из самых, а точнее самой-самой раскрученной, стильной, узнаваемой марки в мире нижнего белья и не только. Однажды Рой Реймонд, выпускник Стэнфорда со степенью MBA, решил сделать своей жене подарок и отправился в магазин в поисках красивого женского белья. Оказавшись в этом магазине он растерялся в потустороннем мире женских принадлежностей. Продавцы, обученные обслуживать только женщин, не смогли помочь ему сделать покупку. Так Рой и ушел с пустыми руками, но с революционной идеей. В 1977 году в пригороде Сан-Франциско Реймонд начинает реализацию своей идеи. Он открывает свой первый магазин Victoria's Secret, позиционировавший себя как новый тип магазинов женского белья. Проект Реймонда с тех пор вырос многократно, произведя настоящий переворот в самом подходе к продажам нижнего белья в мире. Однако позже, испытывая финансовые трудности, перепродал Victoria's Secret Лесли Векснеру за 4 миллиона долларов. Именно Векснер впоследствии сделал этот бренд одним из самых ведущих на рынке. Векснер увидел реальный шанс сделать модным и приятным для глаза даже то, что, как правило, скрыто под одеждой. Первое, что сделал Векснер, избавился от имиджа райского уголка для мужчин и сделал ставку на женскую аудиторию. Атмосфера сексуальности, изысканности и романтизма импонировала женщинам гораздо больше. Victoria's Secret проводила настоящее шоу, показы новинок с привлечением супермоделей. Новинки выпускаются каждый сезон. Онлайн-показ новинок Secret стал одним из хитов интернета. Ангелы Victoria's Secret наиболее известны, самые высокооплачиваемые модели, представляющие продукцию компании. Фигуры ангелов Victoria's Secret – предмет восхищения фанаток марки. Дебют ангелов состоялся во время 4-го ежегодного показа в 1998 году. Модели называют ангелами благодаря тому, что они традиционно выходят на подиум с разнообразными крыльями, за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей. Действующие Victoria's Secret – это Миранда Кэр, Алессандро Амбросио, Адриана Лима, Даутсон Круз, Мариса Миллер, Хайди Клум, Каролина Куркова, Жизель Бюнхен, Анна Беатрис Баро, Тайра Бэнкс и многие другие. Женское белье бренда Victoria's Secret занимает первые места в рейтинге женских аксессуаров. Коллекции белья ошеломляют – свадебные, сочно яркие, игривые, чувственные, классические. Присутствует хлопок и кружево, леопардовый принт и сочетание черного с белым, бомбоны, а также лепестки и мех, кантри-стиль и роскошно инкрустированные бриллиантами бюстгальтеры, кокетливо-невинные и бесконечно сексуальные лямочки, зажимы, корсеты и подтяжки. Фантазии нет границ. 13 ноября 2007 года ангелы Victoria's Secret даже удостоили звезды на Голливудской аллее славы. Стоимость некоторых комплектов превышает 100 миллионов долларов, но есть также и вполне приемлемые цены. С изумлением можно долго рассматривать комплекты, заценивать показы, восхищаться красивыми телами и безумно сексуальными коллекциями. Новогодние, ко дню Святого Валентина, летние, спортивные, домашние, эксклюзивные, любые на ваш вкус, они затмевают сознание, а особенно женское. Приятного вам пробуждения!